горы Крыма. Вот такие. Заехали в Судак. Ищем, где остановиться, продвигаемся к парку. Крепость в Судаке. Добрались до Судакской крепости. Цистерна для воды, еще 705 кубов, помещалась в нее, наполнялась ручьями, стекающими из гор. Крепость большая, территория, во всяком случае, большая. Развалины, морды. И территория нормальная. Башня Карана Чугала. А предыдущая была единственная жилая башня, где жил начальник караула. А под ней был огромный склад с оружием. Вверху расположен консульский зал. Там жил какой-то наместник. Смотрите, послали смотреть за крепостью, восстанавливать ее. Часовня вначале предполагалась как храм разных религий, то есть с каждого бока был свой там минарет. С 18 года осветили как христианскую. Вид с крепостной стены на набережную Судака. Вот такой вот городок. Улицы сейчас вообще пустые, а он практически вот весь. Здесь наверх. Тут открыта дверь, видимо, в какую-то. Вот он и есть, консульский замок. Дверь красивая. Продолжаем подниматься выше. В доме консула. Консулы, оказывается, менялись каждый год. Хотя последний, которого убили, когда напали итальянцы, был здесь 3 года. Солнце красит стены крепости. Под ним Судак, за ним горы и скрывающееся за ними солнце.